Всем добрый вечер. Давайте посмотрим, что у нас по окончании первого дня. По окончанию первого дня у нас уже почти построена база. Осталось 5 часов, 45% мы построили. Тут соседи наши, им еще долго строить. Один день 17 часов, но они как бы клан не топ. У них есть неплохой игрок, это лидер, но два игрока. Что по нашему клану? Джаггернаут. Ну и так, в принципе, по очкам, по игрокам вы сами видите, насколько хорошие игроки. Что по общем силе клана? Тут 11.8. Есть Crazy Canuck. 1 443 000. Тоже неплохой клан, претендующий на какие-то места. Поэтому будет достаточно, я думаю, интересно. Сразу выделилось два клана. То есть это мы и СНФУ. Поэтому... я думаю, что будет достаточно интересно. Сильно я ничего много не покупал. Что я сделал? Я пока построил 11-ю ратушу и все, что к ней требовалось. К 11-й ратуше нужна больница, мясная лавка, стена. Не хватает, честно, дерева. Вообще ресурсов, в принципе, не хватает. Меня очень сильно это поражает. Почему мне ни на что не хватает ресурсов? Напряженная такая вещица, когда ресурсов не хватает. По армии мы пока еще ничего не построили. По ратуше я думаю, что я пролечу. Почему? Потому что... и я пока как-то слабый. 241 тысяча, тут уже 2200. Но это наш игрок, это самое главное. Что меня еще удивило, тут получилось, появилось какое-то обучение стрельбе. Можно выигрывать фиолетовые вещи. Завтра посмотрим, не знаю, что такое, но очень интересно. Так что будем стремиться. Из покупок я не сильно много купил, что я прикупил. Углена я только купил за 99 рублей ускорение тренировок. Надо будет сейчас еще прикупиться. А так пока жду. Жду, пока что-нибудь интересное появится. Вот такой вот первый день. Потихоньку-потихоньку летим вверх. Без героев тоже ничего интересного. Такие слабенькие, простенькие герои. Все будем развивать завтра. Сегодня пока такой обучающий день. Ничего сверхъестественного. Все очень просто. Очень много людей пришло. Почти все русские вот здесь вот играют, то есть это вообще мега круто, реально русский клан получается, я очень этому рад, спасибо ребята все, кто пришел, я действительно этим очень доволен. Саманту что ли еще прикупить, вот еще три человечка, не помешало бы их купить. В общем, вот такие вот дела, будем потихоньку развиваться, жалко, что только не успею 12-ю ратушу построить, чтобы в дольках сегодня поучаствовать, было бы вообще бы круто, если бы я еще в дольках сегодня поучаствовал, но там у всех уже там пятые человечки, а я тут только максимум четвертых успею обучение поставить, да и к тому же у меня из двух человек всего будет состоять братва. Завтра навыбиваю героев, завтра можно будет исследование и все уже подкачать уже. Более, так скажем так, активно начать играть. Поэтому поживем, увидим. Всем спасибо, что были с нами. Всем до новых встреч. Пока-пока.